Здравствуйте. Вам знакома ситуация, когда ваши коллеги вас бесят? Вроде бы. Ну, пусть они делают все правильно, и вы будете себя чувствовать хорошо. А не будете. Дело в том, что вот это состояние злости, бешенства нужно вам для того, чтобы вы получали энергию. Вы скажете, да, автор обвиняет меня в том, что я энергетический вампир, что мне нужно орать на людей, чтобы быть счастливым. Горько это вам сообщать, но это действительно так. Нам нужна энергия. Мы можем получать ее извне, мы можем получать ее с помощью своих негативных эмоций. Но эти эмоции нас истощают. Вы не энергетический вампир. Вы выплескиваете энергию гораздо меньше, чем вам потом нужно накопить. Вы истощаетесь. От этого нужно избавиться, потому что это делает вас больным человеком. Как это сделать? Смотрите полную версию этого видео. Ссылки в описании.